В минувшую пятницу в Чебоксарах произошло ЧП с троллейбусом 21-го маршрута. В районе улицы Гладкова у него повредилось колесо. В результате разошлась металлическая обшивка, разбились стекла в салоне. Один пассажир получил ушиб ноги. Следственный комитет по Чувашии начал проверку. Троллейбус был немедленно снят с маршрута и выведен из эксплуатации. Будет проверена работа служб Чебоксарского троллейбусного управления, ответственных за техническое обслуживание троллейбуса, а также за его выпуск на маршрут. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.